Тема сегодняшней лекции – забастовка. Это последнее из лекционных занятий у нас. А следующие занятия будут не лекционного типа, другие. Контрольно-проверочного типа. Аналитические. Ну, что такое забастовка согласно 37-й статье Конституции? Это право, которое дано Конституцией и защищает отсутствие принудительного труда. То есть никто не вправе заставить работников работать в тех условиях, с которыми они не согласны. Они не крепостные, тем более не рабы, и поэтому они не обязаны работать в тех условиях, с которыми они не согласны. А вопрос о том, на каких условиях они будут работать, этот решается в порядке коллективного трудового спора с работодателем. И забастовка, согласно закону, является одним из средств, которые имеются у работников для того, чтобы отстаивать в этом коллективном трудовом споре свои интересы. То есть это мера конституционная, это мера законодательно прописанная, ей посвящены целый ряд статей в Трудовом кодексе в самом конце, с которыми надо познакомиться, и которые регулируют проведение забастовок. Регулирует проведение забастовок. Значит, законная забастовка проводится тогда, когда проведены предварительные примирительные процедуры. Мы с вами говорили, что на сегодняшний день реальной примирительной процедурой является обсуждение требований в примирительной комиссии и формальной бюрократической, бумажной, можно сказать, процедурой является процедура приглашения посредника, кого обычно никто никогда в итоге не приглашает, и процедура проведения трудового арбитража в связи с тем, что его решение обязательное, только если согласны обе стороны считать обязательным его решение, тогда вот его решение обязательное, а если нет, то и нет. Поэтому вот если эти процедуры проведены, то есть закончилась примирительная комиссия, составлен протокол разногласий, и после этого написаны бумаги, связанные с вопросом о приглашении посредника, и бумаги, связанные с проведением трудового арбитража, и в обоих бумагах зафиксировано, что вот по вопросу о приглашении посредников не нашлось консенсуса, потому что вы предложили одних, а я предложил других, и мы, так сказать, разошлись, как море пароходы. То же самое в отношении, а в отношении трудового арбитража наоборот. И одна сторона заявила, что она, так сказать, не берет на себя обязательство выполнять его решение. И вторая сторона заявила о том, что она не берет на себя обязательство выполнять его решение, потому что ни одна из сторон не хочет подвергать неизвестно какому риску то, что произойдет, и дальнейшие свои действия в зависимости от того, что произойдет в трудовом арбитраже, потому что они не знают, как он будет работать и какую позицию займет представитель государства, потому что представитель государства, ну, строго говоря, если брать вопрос экономический, он представитель какой стороны? Или он независимый? Представитель работодателей, поскольку государство у нас буржуазное, поэтому есть орган, который представляет интересы всего класса собственников средств производства государства. Поэтому работникам соглашаться на то, что будет на той стороне два представителя в трудовом арбитраже, а его представитель будет один, не очень большой резон. Вот. А работодатель не соглашается, потому что он считает, что представитель государства, так и бывает, он будет занимать более мягкую позицию, потому что не настолько сумасшедшее у нас государство, как некоторые работодатели, которые хотят, чтобы люди работали с утра до вечера, не получали сверхурочные, не получали ничего за выходные дни, и чтобы зарплата у них не повышалась. А лучше всего, чтобы вообще ее не получали. Причем, как говорят докеры, так с юмором, говорят, нам зарплаты не надо, нам работу давай.
Вот это вот с точки зрения работодателя нужны такие ему работники, которые бы не требовали ничего. Ну вот об этом еще написано в известной сказке о попе и его работнике Балде. Что давать мне будешь вареную полбу и все. Кончилось это не в плюс для работодателя, которым выступал поп. Этот разрешился коллективный трудовой спор вот таким образом. Коллектив был маленький, всего из одного балды. Вот, но работодатель привлекал там и чертей, как вы помните. И с ними надо было тягаться, то есть там довольно длительная была процедура. И вот эти все процедуры закончились. Теперь, как я уже вам говорил, для того, чтобы бастовка была законной, снова надо собирать вот тот орган, который выдвигал требования, или это профсоюзный орган, или единый профсоюзный орган разных профсоюзов, или это орган, который назначен конференцией, или собранием трудового коллектива. Вот тот представительный орган, который выдвигал требования, он и является органом, возглавляющим забастовку. Он является органом, возглавляющим забастовку, и он же пишет письмо счастья работодателю. Но прежде чем написать письмо счастья, он проводит конференцию. В законе написано, что работодатель обязан предоставить помещение для решения вопроса о проведении забастовки и обеспечить все необходимые условия. То есть не надо свет выключать и не надо зимой открывать окна. Как вы думаете, выполняется это требование закона? Вот я к вам пришел, говорю, мы вот завтра собираемся тут по поводу вопроса о забастовке в соответствии с такой-то статьей Трудового кодекса. Вы нам даете помещение? Он говорит, даю, только ключ не дает. И говорят, сейчас занято, послезавтра занято, потом вот эти будут приедут гастролировать там. Вот. В общем, короче говоря, даю, но помещения нет. Поэтому опытные профсоюзные работники, люди, которые уже не раз организовывали забастовки, проводят такие вещи иногда очень просто в большом цеху, конференцию. Конференцию проводят в обеденный перерыв. Обеденный перерыв – это какое время? Свободное время. Хочу бутерброд ем. Хочу ем бутерброд, и я участвую в собрании. Правой рукой ем бутерброд, левой рукой голосую. Так что нет такой непреодолимой тут проблемы в этом плане. Потом, сколько человек должно быть на конференции, делегатов конференции, сколько? Это дело коллектива. Если представительный орган решил, что собираем конференцию, один от тысячи. А всего 3000 человек. Сколько будет делегатов конференции? Три. Трое. Ну, трое-то найдут помещение? Как вы думаете? У нас на Руси трое сюда находят любое помещение для решения своих вопросов. Так что не надо зацикливаться на таких вот формальных моментах, надо относиться к этому делу творчески. Ну, насчет троих я таких случаев не знаю, но то, что докеры однажды проводили конференцию с 7 человек, как раз от 1000 было по человеку, их там 7000 было, вот от 1000 по одному представителю, и конференция приняла решение начать забастовку. Ну, во время забастовки, скажем, работодатель не может применять локаут. Локаут запрещен. Локаут знаете, что такое? Нокаут знаете, а локаут... Никто не знает, что такое локаут. Это массовое увольнение работников. То есть нельзя во время забастовки начать увольнять работников. Это запрещено законом. Нашим законом. Вот ругают наши законы. Ну и ругают особенно те, кто их не читает. Я хочу сказать, что в этом отношении наш закон по отношению к коллективным трудовым спорам разумный довольно-таки. Говорят, что он длительную процедуру слишком предусматривает. А вы куда торопитесь? Вы думаете, вот вы призовете к забастовке, так прямо все и сразу и перестанут работать, да? То есть для того, чтобы люди действительно вышли на забастовку, они должны убедиться в течение длительного времени, что все другие способы, разговоры с директором, так сказать, предложения, переговоры. Поэтому я уже и говорил о том, что прежде чем приступает организация к решению такого вопроса, она за спиной должна иметь коллективные переговоры трехмесячные, да? Потом она... Переговоры уже идет непосредственно в рамках коллективного трудового спора. И вот когда
уже не те, кто участвует, не те, кто освобождены для примирительных процедур, а коллектив, поскольку бастовать-то он должен быть весь. Вот если у вас будет 40% бастовать, это забастовка или нет? Это похоже на то, что вот какие-то люди не выходят на работу. Так это непонятно. Забастовка – это когда больше половины. Тогда больше половины нельзя привлекать к ответственности. А вот вы, видите ли, сейчас заявляете, что вы забастовку, а я заявляю, что вы уволены с сегодняшнего дня, и все. И ничего никто вас не восстановит. Почему? За нарушение производственной дисциплины. А забастовка является нарушением производственной дисциплины? Нет, это святое право работников. Но чтобы это право вступило в действие, стало действительным правом, надо совершить известные процедуры. Обеспечить более половины голосующих за это и соответственное участие. Был такой случай в порту, когда администрация, так сказать, не мешала проводить процедуры и не верила в том, что будет забастовка. И не верила, и поэтому никаких препятствий не чинила. И вот все эти процедуры прошли. Забастовка была назначена бессрочная с 1 сентября с 6 часов утра. Представители работодателя на этот раз встали рано, приехали на своих машинах, и около 6, так сказать, сидели и смотрели, а что будет. Ну, а что будет? А в 6 часов утра весь порт замер. Весь замер порт. Через одну минуту, 6.01, забастовочный комитет приостановил забастовку. Он имеет право приостановить. Он приостановил и предложил работодателю провести дополнительные переговоры. Значит, что означает приостановка забастовки? Теперь для того, чтобы ее продолжить, нужно просто за два дня всего, не за 31 день, как вот тянется это все оформление, а за два дня сообщить в письменной форме, что вот мы продолжаем забастовку в такой-то форме, например, в такой, что будут такие-то цеха будут работать, такие-то не будут, или одни будут начинать на час позже, другие кончать на час раньше, третий будет перед началом обеда на час меньше работать, другие, четвертые будут на час позже начала обеда. Короче говоря, это дело сугубо руководителя этой забастовки, которым является по закону вот этот представительный орган, который выдвинул требования. И поэтому он теперь управляет решением вопроса о том, что пускать в работу, что не пускать. Ну а что касается там предварительных условий, о которых мы с вами уже говорили, что нужно обеспечить минимум работ во время забастовки, потому что есть там медицинские грузы, которые не должны останавливаться, чтобы не нанести там вред здоровью людей. Еще какие-то особые опасные, может быть, грузы, которые... Ну или другие работы. Скажем, если это доменное производство, его просто нельзя останавливать. Потому что домну остановить, она потухнет, и все. Больше этой домной нет, надо строить другую. Ее остановить нельзя. Скажем, на транспорте, например, авиадиспетчером забастовки запрещены. Поэтому я вам рассказывал о том, что в такой форме, в явной форме, они забастовки не проводят. Так. Надо сказать, что в том случае, который я вам сейчас стал рассказывать, когда одна минута продолжалась забастовка, работодатели, поговорив, так сказать, сказали, да, собственно, мы и не против, и подписали все. Потому что они убедились, что забастовка хорошо организована. Ну и так им этот концерт такой более подробный, чтобы он разворачивался, чтобы стоял порт длительное время, когда корабли не смогут войти потом в морской канал, и порт потерпит колоссальные убытки, и эта картина совсем не прельщала, и они спокойно подписали коллективный договор, и он стал действующим. Бывают товарищи, которые писали бумагу о забастовке, в которой сообщали, на какой срок она, делают очень грубые ошибки. Например, мы будем проводить забастовку 24 числа. 24-го они проводили, 25-го они тоже стали проводить, а их раз начали увольнять. За что? А за то, что они прогуливают. Потому что у вас написано же было 24-го, а сегодня 25-е. Поэтому обычно, опять-таки, знающие люди пишут, забастовка бессрочная,
или до удовлетворения требований, или бессрочное. А и начинается там с таких-то часов, такого-то числа. Поэтому когда ее заканчивают? Это дело чье? Ну, это дело не администрации. Администрация контроль над этим процессом потеряла. Если коллектив уже вышел на забастовку законную, то это его дело, когда решать. Сколько хочет, столько и бастует. А об условиях прекращения забастовки он разговаривает. Обе стороны, согласно закону, обязаны в ходе переговоров вести примирительные процедуры. Ну, тут уж как они это назовут и в какой форме проводят, это их дело. Тут закон это не регламентирует. То есть какая-то создается, будем называть так, согласительная комиссия. И вот регулярно встречается. И администрация спрашивает, ну как вы там без денег-то, без зарплаты, как семьи ваши живут? А наши, говорят, живут, особенно летом хорошо, когда на один час меньше работают. И раньше видят свою семью, отдыхают, едут за город, ходят в театры. И потом никак их от этой забастовки не оттащить. Потому что переход обратно к тому, что будут снова сверхурочные работы, работы в выходные дни, с чем связана обычная нормальная жизнь производства, очень даже некоторым не нравится, особенно семьям. Они увидели своего там отца, мужа, и, в общем-то, они как-то... А то, что они там стали получать не 70, а 68 тысяч, это их особенно так вот не волнует. Кто отвечает за порядок и охрану собственности, имущества работодателей и работников во время забастовки? Кто? А? Не попал? Нет, попал, можно сказать. Работодатель отвечает. А еще кто? Значит, товарищи делают забастовку, работодатель бедный отвечает за сохранность имущества. За. Тот, кто возглавляет эту забастовку? Тот, кто возглавляет. Два. И третий кто? Правком. Нет, орган исполнительной власти. Государство. Делается забастовка, дело, так сказать, реализации конституционного права работников. Тут государство уже тут на чеку, оно тоже за это отвечает. Но обычно орган исполнительной власти в это дело не влезает, как правило. Администрация, у нее есть всякие органы охраны, но поскольку забастовка и администрация непривычна в этих условиях, вот, то на себя такую функцию берут забастовщики. Ну, а как они это делают? Ну, они создают, допустим, дружины, как в порту создавали. Каждая бригада превращается в рабочую дружину. Там 200 человек была бригада, теперь 200 человек дружинников. Составляется документ, как будем обучать, чему обучать. Надо же порядок с собой охранять, надо, чтобы люди были готовы его охранять. Но на первом этапе обойдемся обучению только боевых единоборств. Поэтому я вот свидетель, как забастовочный комитет направляет бумагу в линейный отдел милиции на транспорте. Также направляет соответствующую бумагу замдиректора по режиму, что просим прийти такого-то числа в такое-то помещение. Там состоится вопрос, обсуждение вопроса о положении о рабочих дружинах. И вот, так сказать, там эти вопросы будут обсуждаться. И как, естественно, туда приходит и представитель линейного отдела милиции, и приходит туда и представитель работодателя, отвечающий за режим. Ну и с ними обсуждают, как на первом этапе, какие формы единоборств будем мы использовать. И так далее. Потому что, а вдруг кто-нибудь, например, работодатель утащит что-нибудь, пиджак у рабочего, кто будет отвечать? Ну, скажут, забастовщики виноваты, они же устроили забастовку. Поэтому забастовщики себя чувствуют самыми ответственными за сохранность всего. И поэтому вот они соответствующие меры принимают. Мне рассказывал председатель забасткома машиностроительного завода в городе Нижнем Новгороде, который делает ракеты и артиллерийские орудия мощные. Вот. Вот представитель ФСБ приходит к нему и спрашивает, а вы планируете пускать генерального директора во время забастовки на территории? Он говорит, ну пока планируем. Мне рассказывал
председатель Российского комитета рабочих в свое время, ростовщик завода Красного Сормова, Игошин Дмитрий Васильевич, что к нему прислал письмо прокурор. Вот вы, говорит, заявляете, что в связи с ростом преступности вот, вы будете создавать рабочие дружины. Вот. Просим вас вот, прийти к нам в прокуратуру. Ему Игошин пишет, приходите ко мне на завод, раз речь о рабочих дружинах идет, там будет как раз хорошо поговорить. Вот к нему пришел прокурор, вот у него руки у этого Игошиного, здоровые такие, но цвета вот ваши, вот этого свитера, черные такие. Он поздоровался с ним, говорит, ну что? Тут говорит, а вы, а вот если, говорит, ну, случится такой случай, что вот ну, вашу жену или там сестру убьют бандиты, что вы будете делать? А что вы будем делать? Будем бандитов убивать. Неужели, говорит, вы думаете, что будут убивать нашу жену, сестру, дочь, а мы будем в это время, значит, сидеть и ждать от вас? Вы же ничего не делаете, от вас толку нету никакого. Вот вы сейчас пришли, что вы делаете? Ничего не делаете, только отрывайте меня от работы. Ну, тот поговорил, поговорил и ушел, и все на этом, и закончилось. В период забастовки, а что делать людям, которые бастуют? Некоторые, значит, забастовщики не очень толковые, обычно в это время сидят дома. А что там происходит на Припяти, они не знают, и они не готовы. А что они дома делают, тоже не знают. Может, выпивают, может, отсыпаются. Но если нужно что-то, вот какие-то меры предпринять, их нет. Поэтому обычно во время забастовки происходит своего рода мобилизация работников. Работники должны находиться на своих рабочих местах, но в это время могут проводиться различные мероприятия. В частности, ну вот такой курс, какой я вам читаю, разрешение коллективных трудовых споров, он очень годится для того, чтобы его читать в расширенном объеме, с привлечением всех документов конкретных, во время забастовки, правда, на предприятии? Не 2 часа в неделю, а вот так вот и читаем, и экзамены принимаем, чтобы люди за время забастовки овладели законом. И другие законы, чтобы они разобрали, правильно? Некоторые читают «Капитал» Маркса. Он толстый. Сколько томов «Капитала» Маркса? А? Ну, строго говоря, 3. 3. Первый, второй и третий. А четвертый том «Капитала», так называемый, это в просторечии так говорят, это те работы, они в трех книгах, это четвертый том «Капитала». Это те работы, которые Маркс написал в порядке анализа предшествующих экономических теорий, анализа. То есть он рассматривает работы Адама Смита и разбирает их. Рассматривает работы Мальтуса и разбирает. Работы Рикардо рассматривает и разбирает. Кине. Таблицу его, и разбирать, и так далее. Физиократ, и так далее. Вот он таким образом подготовился к тому, чтобы написать большой труд. А сам большой труд – 3 тома. Первый труд – это производство, процесс производства капитала. Второй том – процесс обращения капитала. И третий том – процесс капиталистического воспроизводства. Процесс производства, взятый в целом, как процесс воспроизводства. Ну и поскольку эти 3 тома, на время забастовки как раз и хватит. Кому мало времени, есть наука логики, это хватит на любую забастовку. Науку логики Гегеля можно изучать всегда. Если кто-то придет и спросит, а что вы делаете? Гегеля читаю, сразу отстает. Я когда был студентом, я на лекции не ходил, но не потому, что я был плохой студент, а я самостоятельно изучал. Думал, я лучше «Капитал» прочитаю. Я читал во время лекции «Капитал», и на семинаре читал «Капитал». У нас очень строгая была женщина. Подходит ко мне, говорит, что тут делаете, что читаете? Говорю, «Капитал». А, ну читайте. И я на занятиях прочитал 2 тома, не потратив ни одной вот минуты на это. Ну, а 3-й том я уже читал дома по воскресеньям. Это так просто ведь не прочитаешь. Где его время-то возьмешь? Ленина я читал обычно на партсобраниях. Там никто не пристает, когда спрашивает, а что вы там читаете? Я говорю, да Ленина читаю. А, ну читайте, читайте. И не приставали. Так, ну а где его время-то возьмешь? Надо же везде. В очередях хорошо читать. Когда что-то ждешь. Он говорит, я тут время потерял. А что ты его потерял? Бери с собой томик и не потеряешь, конспектируй себе. И так, глядишь, у тебя и наберется.
Откладывать-то некуда. Вы же видите, что времени становится больше или меньше с возрастом? Вы, правда, не в глубоком еще возрасте таком, но меньше, правда? И такое представление, что вот наступит понедельник, будет солнечный день, и вы за столом, и никуда идти не надо, ничего делать не надо, вы сидите и пишете. Это радостное такое представление становится все более и более утопическим. Поэтому нужно успеть, уметь, так сказать, кусочки времени улавливать, так сказать, как-то это дело продвигать. Хорошо так построить, чтобы вы не забывали, на чем вы закончили, из чего надо начинать, и чтобы это оформлялось соответствующим образом, чтобы если вы прочитали, так вы то, что вам понравилось, ссылки вы выписали, чтобы вам больше не надо было это открывать, книгу, а вы прямо свои записи взяли, то есть хорошие сделали конспект, а не такой, что там что-то написали курицей лапой. Потом смотришь, что кто писал, что написал, ничего нельзя взять. Вот чтобы такого не было. И тогда. Короче говоря, забастовка – это форма учебы не только практической, но и теоретической. Во время забастовки народ должен, ну, закон это само собой должен изучать. Например, вот сидит и изучает закон про незаконные забастовки. Забастовки бывают законные и незаконные. А кто может признать забастовку незаконной? Вот я, допустим, предприниматель, я говорю, ваша забастовка незаконная. Это что означает? Ничего не означает. Юридически ничего. Вот мне не нравится ваша куртка, я вам сказал. Ну, не нравится и не нравится. А вам-то что? Вам это никак не волнует вас особенно. А вы можете сказать, что мне не нравится ваш пиджак, а можете и промолчать. Думаю, что с этими спорить бессмысленно и бесполезно. То есть, кто может признать забастовку незаконной? Суд. Суд. Какой суд? Районный? Мировой? Вот некоторые, которые в европейском суде не добились, и хочется им пожелать пойти в мировой. Но, оказывается, мировой – это самая низшая инстанция, это до районного суда. Он сам мелкие вопросы какие-то решает, не требующие каких-то серьезных решений. Мировой суд. А затем идет районный. А после районного идет городской. Вот все забастовки только в городском суде. И вот работодатель, кто подает заявление о признании забастовки незаконной. Пока забастовщики бастуют, а работодатель пытается какими-то такими средствами решить это дело, чтобы прекратить эту забастовку, и подает в суд. Суд достаточно быстро это рассматривает, в отличие от других случаев. Дескать, срочно надо. И вот представим себе, что он признал забастовку незаконной. Те, кто внимательно во время забастовки почитали закон, я честно вам скажу, что я вот в процессе подготовки к этому занятию, к сегодняшнему, так тоже лишний раз заглянул. Память – это хорошо, а заглянуть – это закон же. Закон же нельзя только по памяти. И, так сказать, еще раз убедился, что для того, чтобы работники прекратили забастовку, надо, чтобы решение о признании забастовки незаконной было доведено до сведения работников. Только не до всех, а до сведения представительного органа. И вот суд принял решение о признании забастовки незаконной. Кто должен прекратить эту забастовку? Какой орган? Кто? Какой орган ответственный за исполнение решения суда? Ну вот вы получили, я вот вы, работодатели, получили решение суда. Что дальше будете делать? Что дальше? Ну кто будет останавливать забастовку? Одно дело решение суда, а другое дело выполнение решения суда. Все понимают разницу, нет? Вам ехать или шашечки? Если это такси. Вам решение суда надо или чтобы забастовка была прекращена? Но если вам нужно, чтобы она была прекращена, то надо, чтобы это решение о признании забастовки незаконной было введено в действие, да? Но кто вводит в действие это? Не знаете, не слышали? Ну вы, если будете судиться, вот вы выиграли против меня суд. И что?
И вам приятно. Вы повесите. Я вот профессор у нас по кафедре экономики и права, я у него суд выиграл. И всем показываете. Вы сидите и смеетесь. И больше вам ничего не надо. И хорошо. А то, что решение суда-то не выполняется, что будете делать? А я смеюсь тоже. Показываю, смотрите, вот решение. Они выиграли, а оно не выполняется. И они смеются, а на самом деле мне смешно. Что будете делать-то? Приставом судебным. Каким? На улице будете их ловить? Куда пойдете? Нет, почему? Ну куда? В какое место пойдете? Как называется орган? В районную службу судебных приставов надо пойти. Вы в центральном районе? В Невском. А? В Невском. Вот в Невском надо узнать, где там находится. Перейти где-нибудь в каком-то дворе, наверняка сидят эти судебные приставы, потому что они, как правило, в отличие от судов, которые так более-менее представительно выглядят, они где-нибудь там во втором-третьем дворе, друг на друга на голове сидят эти, засыпаны бумагами, таким количеством этих самых исполнительных листов, что это невозможно выполнить. Ну вот судебный пристав, вот вы судебный пристав. Так, вот сейчас у нас вот забастовка. Вы пришли, да, и спрашиваете. А тут написано, у вас в руках решение суда и закон. Вы же по закону будете, нет? По закону. Вот по закону написано. Решение суда доводится до сведения работников через орган, возглавляющий забастовку, который обязан немедленно проинформировать участников забастовки о решении суда. Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в законную силу, подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны прекратить забастовку и приступить к работе не позднее следующего дня после вручения копии указанного решения суда органу, возглавляющему забастовку. Значит, вот вы пришли с одной задачей – вручить этому органу, возглавляющему забастовку. Состав его известен, этого органа? Известен. Это все это публично делается, это все известно. И вот прихожу я, а вот здесь сидят работники, вы приходите. И спрашиваете, а где ваш этот представительный орган? Где ваш представительный орган? Где-то там ходит. А вы не знаете, где представитель? И вы не знаете? А вы тоже не знаете? Ну вы-то хоть знаете? И вот ходит она, но у нее рабочий день. У вас рабочий день во сколько? В 16? 18 кончается? Ну вы походили до 18 часов, и что вы будете делать дальше? На забор приклеите? Нет. Я же обязана лично быть вручить. Ну раз обязаны, куда вы пойдете теперь, раз обязаны? Домой пойдете, чай пить. Так, утром приходите. Ну уж на следующий день тем более знали, что приходил. Уже если кто раньше еще сомневался там, что он знает или не знает, где, уж теперь точно на следующий день все говорят, что? Представительный, а что такое это представительный орган? Кто такой представитель? Не знаю. Да где-то, а на который мы принимали. Да, что-то принимали. Но у меня протокола-то нет у себя. Я что-то их запомнишь, их много. Да и вообще я из другой вот бригады, я их не знаю. Старый мэр, выходите второй день. И как? То есть вот отсюда вытекает, например, следующее. Что вот можно без всяких процедур, которые прописаны. Объявить забастовку. Работодатель? Забастовка уже идет. День идет, два идет. Работодатель обращается в городской суд. Пишет бумаги юристам, там задание дает. Вызывает в городской суд. Кого вызывать-то, если представительный орган еще не избран? А и профсоюз не оформил ничего. Нет того органа, который возглавляет забастовку. Кого вызывать? И нету, скажем, большинства членов профсоюза у какой-то профорганизации. Она практически ее организовывает, потому что сама забастовка не пойдет. Но нету, ну на нее подали. Она приходит, говорит, я не представительный орган, там доказывает. Ну, короче говоря, приняли решение признать забастовку незаконной. Проходит несколько дней. Сколько забастовка идет дней? И, наконец, значит, спецоперацию проводит служба судебных приставов, начинает разыскивать, кто это может быть, кто член представительного органа, кого избирали, кому вручать. Дежурит у домов, да, ну и через неделю вручает. И как только вручает, то он обязан приступить к работе, рабочий.
работник, не позднее следующего дня после вручения копии указанного решения суда органу, возглавляющему забастовку. Как только такая весть дойдет до работников, тогда работники, вот до вас дошла эта весть, вот с завтрашнего дня приходите на работу. И все. И что-нибудь нарушили? Нет. Как только объявили забастовку незаконной, я в нем не участвую. А пока она не объявлена, забастовка незаконная, она и не была незаконной. То есть, на самом деле, и в такой форме проводят иногда забастовки. Забастовку делают, а вы чего угодно там делаете. До того момента, пока не вручат. А с вручением проблемы. Может, кочегарки там сидят, может, там на крыше сейчас. Это же работники. Потом приходит судебный пристав к начальству и говорит: вы знаете, где вот состав, у меня имена все есть? Да это я-то знаю. И вот этот был там за таким станком, этот за таким, этот за таким, этот в таком цеху, этот в таком. Но сейчас же забастовка. Их же нет на рабочих местах. Как я их найду? Поэтому работодатель ничем не может помочь судебному приставу. А судебный пристав ничем не может помочь работодателю. И вот, так сказать, это время тянется, и все это время забастовки. Но законники всегда строго-строго выполняют закон, строго-строго. Есть решение суда доведено до органов, все, идем на работу. Ну, а нет, так и нет. Ну, понятное дело, что если речь идет о забастовке, то обычно в этот процесс включаются самые разные организации. Вот, в частности, по той забастовке, которая сейчас проходила или проходит в ООО «Морпорт СПБ», о которой написано в газете, которую я вам выдавал, по этой забастовке уже много разных выступило органов, и уже были самые разные встречи. Товарищи докеры выступали, митинг организовывали в соответствии с законом у Финляндского вокзала, им разрешение дали. Потом они пикеты сделали в Москве у представительства миллиардера Лисина, хозяина этого дела, и у представительства Ленинградского, Санкт-Петербургского правительства в Москве заодно, там сделали пикет. Потом они встретились с заместителем Полтавченко, то есть с вице-губернатором Албиным, который поручил разобраться, какие пункты договора ухудшены, и будут разбираться аж 3 месяца. Тоже хорошо придумали. 3 месяца будут разбираться, какие ухудшены. Вот я вам даю задание за неделю разобраться, за 2 недели, а Албин дает задание своим, которые деньги получают, за 3 месяца разобраться. Ну и в этом понятно, то есть задача какая-то. Это дело процесс растянуть. А там, может, что-то само собой утрясется или забудется и так далее. Вот, значит, докеры в связи с такой договоренностью о том, что вот у вице-губернатора такая договоренность достигнута на встрече, они эту остановку, они эту свою итальянскую забастовку, что значит, она записана, уже официально пишут в газетах, в сегодняшнем «Коммерсанте», например, об этом написано, на последней странице, вот то, что я вам сейчас рассказываю. У меня сведения сейчас из газеты «Коммерсант». А так бы никто ничего не написал, если бы не забастовка. Вот теперь забастовка, значит, все внимание к этому свое привлекает. И в этой газете написано, что вот вроде бы как и закончилась итальянская забастовка. А что такое итальянская забастовка? Значит, никакие нормы не нарушаются, просто выработка стала меньше. Ну, стала меньше выработка чего-то в порту. Вот если я вам скажу в начале семестра, вы занимаетесь, пожалуйста, весь семестр, только никто зачет и экзамен не получит, все получат 2. И буду смотреть, как вы будете, каким энтузиазмом вы будете заниматься. Я не думаю, что вы будете с большим энтузиазмом заниматься. Ах и докеры. Да, ну раз подписали, говорит, мы, конечно, приступаем к работе, мы прекращаем итальянскую забастовку. А выработка не растет. А почему не растет? Нет желания работать. Ну там 3 месяца собирается думать, и мы 3 месяца будем прекращать. Итальянская забастовка, ее же не надо формально прекращать. Ее же нельзя прекратить по закону, потому что она и не начата. Как можно прекратить то, что не начиналось? Есть забастовки же нет, она как бы есть, но ее нет. А раз ее нет юридически, то нельзя и запретить.
Дескать, ребята, ну давайте быстрее работать. Да мы стараемся. Но как я посмотрю на вашу физиономию, не хочется работать. Почему? Потому что вы не соглашаетесь. А что я должен? Давайте как вы ко мне, так и я к вам. Ну почему рабочий должен, так сказать, действовать по-другому? Нет у него желания. Не хочет он перевыполнять норму на 80%, как раньше. Не хочет. Сверхурочно выходи. Не хочет. Выходные дни. Не хочет. Вот вы мне не обещали яблочко дать, а требуете, чтобы я вышел сверхурочно. И не выйду. А вот, вот он мне обещал. Я, если попросит, я выйду. Мы люди свободные. У нас есть право. Права. Мы права свои тоже защищаем. Вот на 101% выполним производственное задание, и все. А было на 180, на 160 и так далее. И это была большая экономия, потому что работодатель, если бы все выполнялось только на 100, на 101, работодатель должен был бы нанять много-много работников и заплатить много-много налогу. Большую сумму налогу, потому что за каждого работника надо просить пенсионный фонд и в другие фонды налоги. И примерно это составляет где-то 38% от фонда зарплаты. Сколько приходится работодателю просить платить всяких налогов, если у него есть нанятые работники. А он, так сказать, зачем его нанимать? Если выполняет на 180, на 160%, у работника должно быть меньше, а результат производственный налицо. А тут приходится что делать? Если я хочу выполнить этот объем работ, значит, я должен нанять новых работников. А новые работники из морского кадрового агентства, которые, так сказать, предоставляет работников по правилам заемного труда, который у нас считается запрещенным. Он запрещенный, но заемный труд имеет место. И они получают в два раза меньше. А потом эти же самые докеры, которые были в морском кадровом агентстве, и которые были, находились как бы на началах заемного труда, как только они попадают в штат, они вступают в Евросоюз РПД, Российский профсоюз докеров, и требует той самой зарплаты, которую все члены РПД. И эта зарплата должна быть им выдана в согласии с коллективным договором. И поэтому и участвуют в тех же самых коллективных действиях, которые делает докер. Вот почему ожидать, вот так грустит автор это, говорит, ну, а что касается администрации, она заявляет, что председатель правкома не договороспособным. Но председатель правкома сказал, все, прекращаем. Но ему не обязаны подчиняться рабочие. Вот если я скажу, что мы прекращаем итальянскую забастовку, а вы скажете, а я никакой забастовки не делаю, просто я не хочу выполнять больше и больше, чем 101%. Могу я вас заставить, если я председатель правкома? Могу? Не могу. Вы так посмотрели на меня, говорит, это не ваше дело, сколько я работаю. Вы идите, кому хотите, там, жене указываете, там. Что вы мне указываете, сколько работать, и все. А руководитель предприятия договороспособный, который не хочет нормы коллективного договора изменить так, чтобы они были не хуже, чем были раньше. То есть, если работодатель идет на заведомое ухудшение жизни работников, а работникам нравится такое ухудшение, оно может им нравиться. Вот если я хочу, вы ко мне хорошо относитесь, но я что-то сделал, что ухудшило вашу жизнь. Вы что, это, ко мне лучше будете относиться? Я сомневаюсь. Так вот вы улыбаетесь, но это вы улыбаетесь, пока я не ухудшаю вашу жизнь. А если ухудшу? Я не знаю, может быть, там на первый ряд сели, чтобы вцепиться сразу в глаза. Потому что вот он-то не дотянется, а вы-то раз сразу и все. Это ужас. Поэтому я на такие действия не иду. Короче говоря, вот забастовка заставляет многих, так сказать, подумать о своем поведении. Не только, если до сих пор во время труда какой господствует принцип в труде? Иди на началье или единоличие, как раньше. И в советское время тоже единоличие. Никакой коллегиальности в процессе труда. Потому что вам вот взбредет в голову, значит, задание такое, что делать платье в горошек, а вы, значит, полоску будете делать. Никакого обсуждения тут не будет. Это написано в горошек, и давайте делайте в горошек. А если мы начнем дискуссию на эту тему, мы вообще все остановится, все будут дискутировать, какой носик у чайника, какой длины, какой кривизны, какого цвета, и начнется это дело. Был даже специально съезд посвящен, 9-й съезд партии был посвящен
в этом вопросу, решение вопроса о коллегиальности и единоначалии. 9-й съезд РКПБ. И этот съезд после длительного обсуждения, исходя из того, что новый строй, да, вот у власти рабочий класс, все равно он пришел к выводу, что представители рабочего класса, которые назначены руководителями, должны действовать на началах единоличия, раньше говорили. Не единоначалия даже, единоличия. Единолично принимайте решение, как вот приняли, будете отвечать единолично потом. И не скрывайте, что это вот мы вместе с тетей Машей решали, с дядей Степой. Нет, уж и вы решили, но вы будете отвечать перед государством за принятое решение. И все. И прекращена. Это вот была такая сумятица, когда каждый, так сказать, какой-нибудь орган принимал решение одно, другое, другое, третье, третье. И друг на друга, так сказать, наезжали, спорили и так далее. То есть в вопросах, и вы знаете, что, например, в министерствах есть коллегии. То есть если вот министр, то вот мы еще двое, члены коллегии, у нас зарплата хорошая. И вы пообсуждали, вот мы послушали, что я сказал, что он сказал, да. Ну, сказали, ну хорошо, послушай, хватит говорить, вот я принимаю решение, издаете приказ министра. И все. Приказ министра вы издаете. И что мы там говорили, это вот мы послушали, и более ничего. И вас ни к чему это не обязывает. То есть члены коллегии – это, так сказать, люди, которые подают советы. Советы вы выслушиваете, но больше вы ничего не обязаны делать. Как хотите, так и принимайте решение. Вот такая с этим делом обстановка. Так что вопрос о забастовке – это очень сложный вопрос. Ну и я теперь перехожу о забастовках, к забастовкам, которые являются неформальными. Ну вот, собственно говоря, та забастовка, которая сейчас проходит, она и есть неформальная забастовка. Формально-то никакой забастовки нет, никто не принимал решение о забастовке. То есть принять решение об итальянской забастовке – это значит не принять решение о забастовке. То есть строго соблюдаются нормы, строго выполняются правила. Вот если раньше вы прямо шли и работали, сейчас вы берете и читаете, а что написано в инструкции по поводу того, как я должна действовать? С такими вот деталями, с такой техникой, с такими грузами, технику безопасности. Должны вы ознакомиться? А я инженер по технике безопасности, вы меня пригласите, надеюсь? Так-то вы меня не приглашали никогда. Но если я инженер по технике безопасности, вы теперь узнаете, что я есть, и я приду, и вы мне будете задавать вопросы. Сколько вы способны мне задать вопросов? Сколько надо, столько и задам. На целый рабочий день. А я обязан на все вопросы отвечать. И вот только тогда вы можете идти работать, когда вы все выяснили. Правильно? А вдруг что случится? Кто будет отвечать? Я не ответил на какие-то ваши вопросы, а у вас они накопились. И вот сидят, еще сидят орлы. Они тоже сейчас наделают вопросов много. А потом вы что должны делать? А потом должны проверять исправность всех машин, механизмов, все это, как по правилу написано. Только тщательно будете проверять, правильно? Ну, когда все проверите, начнете работать. Когда это закончится, ваша проверка? Ну, может быть, после обеда. Я думаю, что потом на голодный желудок же вредно работать. Вот. Когда уже вы пообедаете, вот с обеда, глядишь, начнете работать. Чего вы нарушили? Наоборот, вы очень тщательно. Как говорят, некоторые пишут, вот те, кто делают такие неформальные забастовки, сейчас скажут, мы работаем по правилам. Я говорю, а что раньше вы не по правилам работали? Так вам запрошено наказывать. Нет, мы, говорит, строго по правилам. Раньше мы по правилам, а сейчас строго по правилам. А, ну тогда уже вроде не прицепишься, правильно? Или какие были фактические забастовки? Ну вот я вам рассказывал про бесконечные профсоюзные собрания. Рассказывал? Можно не повторять. Это значит, что вот объявляется профсоюзное собрание. Собрание будет проводиться вот в этой аудитории до того времени, пока не будут удовлетворены требования. Требования излагаются и относятся к руководству. И дальше отсюда, если кому надо куда идти, сходили туда и вернулись домой, и вернулись сюда. То есть не домой после занятий, а сюда, вот в эту аудиторию. Потому что здесь идет собрание, бесконечное профсоюзное собрание до полного удовлетворения требований. И вот так авиадиспетчеры проводили. В Калининграде месячное было такое собрание. Сидят в аэропорту, на аэровокзале, все авиадиспетчеры. То есть они после работы, вместо того, чтобы поехать домой. Собрание не закончилось, как они могут пойти домой? Они идут в здание аэровокзала.
Из дома им приносят что покушать, дети приходят, папа, как у тебя дела, жена приходит, когда вы придете, вернетесь домой, да вот ждем, если когда вот есть троглодиты сейчас. Как только удовлетворят требования, так и приду. Журналисты, они, вот если вы пойдете им какие-нибудь идеи отстаивать, прямо они будут ваши идеи излагать. А если вот такой факт, что вот сидят там, диспетчеры сидят, они в аэровокзале, а у них там такая форма коллективных действий, прибегает из самых разных агентств, тут и телевидение сразу, а вы что такое, что у вас тут делается, а что вы требуете, если вот с вами надо поговорить, очень у вас колоритная фигура, так сказать, надо показать это все, и с ними надо поговорить, вот они вот все знают, там девушки, они даже подсчитывают дивиденды свои, которые получат от забастовки и так далее. Вот это все надо делать. В общем, в Калининграде все, что они требовали, выполнили через месяц. Начали то же самое делать авиадиспетчеры в Вологде, взяли и 4 уволили авиадиспетчеров. Тогда остальные написали заявление, все, по собственному желанию, что либо вы восстановите, либо вы считаете, что мы по собственному желанию увольняемся. Ну, рисковали люди. Ну и, собственно, раз они написали увольнение, это все. Ну и те поняли, что сейчас будет прекращено воздушное движение на всех коридорах, которые через Волгу проходят. Восстановили тех 4. А в Сургуте генеральный директор зимой взял и выгнал на мороз тех, кто проводил собрание такое профсоюзное. Они обратились ко всему профсоюзу авиадиспетчеров принять меры. Профсоюз обеспечил, принял меры, всех призвал к проведению голодовки. Профсоюз объявил голодовку. Вот я могу вас заставить завтракать? Вот я же профессор, лекции вас читаю. Не стыдно вам, что вы не принимаете во внимание мои требования? А вы говорите, это не ваше дело. Ваше дело преподавать. Чего вы лезете? Завтрак я не знаю, это вас не касается. А обедать? Говорит, обедать она не будет. И так пока всем зачет не поставлю. Я уже не знаю, что будет, если, говорит, люди умрут, если из-за того, что я не поставил зачет. Страшное дело. Это такая форма сдачи зачета, эффективная тоже. Ну, и вы ее не применяете, но для конфликтологов, по-моему, это нормально было бы. Взяли и применили. Все, с сегодняшнего дня не едим, пока не поставят зачеты. Ну, да надо поближе там к зачетному, к 21 числу, а то мало ли что случится. Выгнал на мороз. Объявили забастовку, объявили голодовку. Поскольку после голодовки каждый авиадиспетчер идет не после, а во время голодовки. Он идет на работу, не поев, естественно, к медикам, потому что прежде чем допустить на работу, вот вас сюда допускают без того, чтобы пошли к врачам. А авиадиспетчеров сначала к врачам. Вот они приходят, врач говорит, я вас не могу допустить. Нет, говорит, я должен работать. Нет, я вас не могу допустить. Этого не допустил. Все меньше и меньше допущенных авиадиспетчеров. А можно вообще проводить полеты, если авиадиспетчеров нету? Нельзя проводить полеты. И раз, и закрылось на 40% воздушное движение России. А была забастовка? Боже упаси. Боже упаси. Правда. Президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров и руководство Федерального профсоюза авиадиспетчеров попробовало объявить забастовку. Объявило забастовку. Это независимо от этого всего, от этой голодовки. И тогда работодатель, госкорпорация по организации воздушного движения подала в суд. И вот в суде судья спрашивает. Вот Сергей Анатольевич, вот вы законодательство знаете? Спрашивает президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров. Он говорит, так знаю, вроде бы. Вы знаете, что вам забастовки запрещены? Ну, конечно, знаю. Так вы знаете, что я сейчас объявлю вашу забастовку? Незаконной. Конечно. Зачем тогда вы это делаете? Ну, как зачем? Чтобы посадить за стол переговоров работодателя. Ну и как вам это удалось? Конечно, говорит, вот они сидят здесь. Спасибо вам. Здесь сидят. Вот. На суде же излагаются требования все.
То есть, как бы изложение требований было на суде, объявление этой забастовки незаконной, поэтому забастовки и не было. Не было забастовки. А голодовка была. Но после голодовки было записано в соглашении с работодателем, что к суду никого привлекать за голодовку не будут. Написали все, подписали. А после этого в Омске и Новосибирске 12 человек авиадиспетчеров привлекли к суду за голодовку. Мы тогда выпускали номер «Народной правды» об этом. И такую карикатуру нарисовали. Идут судебные приставы, вам знакомые, с этим, с ложкой большой такой, кормить авиадиспетчеров. А президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалев выступил перед средствами массовой информации и сказал: мы люди, как я уже говорил, законопослушные. Вот этим 12 человекам запрещено голодать, а они голодать не будут. Мы будем голодать, все остальные члены профсоюза будут голодать. А вот эти 12 человек будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Вот пробовали 3 обеда съесть? 4 попробуйте и пойдите к врачу. И он увидит там какой-то разлад в организме. Или, как я вот вам уже говорил, как-то я приехал в Москву, встречаюсь с президентом Федерального профсоюза диспетчеров, говорит: а у нас сегодня спартакиада. А мне это вроде как и не интересно, думаю, ну и что, что спартакиада? Ну весь профсоюз бежит 5 километров. Я говорю: ну и что? Что, что? А потом, говорит, пойдет к врачу. 5 километров пробежит, и посмотрим, какое будет давление, сердцебиение и так далее. Поведем анализы и выясним, что вас нельзя допускать до работы. И кто не допустил-то? Врачи. А сами работники рвутся. Рвутся, говорят: нет, я буду работать. Нет, говорит, не будете. Нет, буду. Нет, не будете. Кто виноват? Никто не виноват. Медицина не допустила. Медицина не может рисковать жизнью. А вот в Ростове-на-Дону, все-таки там злой был работодатель, он все-таки удалось ему через прокуратуру и через суд принять решение, что профсоюзные собрания бесконечные отменяются. Поэтому, ну раз бесконечные, но не может же вообще запретить суд профсоюзные собрания, говорит. Потому что работодатель доказывал как, что ночью они не спят, а вот сидят на этом профсоюзном собрании, а потом рискуем, допуская таких авиадиспетчеров к руководству, к осуществлению деятельности авиадиспетчеров, к организации полетов. Хорошо, и суд принял решение запретить профсоюзное собрание проводить с 23.00 до 7.00. Завтра приходит работодатель, в 7 часов сидят в здании аэровокзала все авиадиспетчеры, как часы, и до 23 часов сидят, на ночь уезжают домой. Добились они своего, а добились они тогда, добивались снятия генерального директора госкорпорации по организации воздушного движения, генерала, и сняли его в итоге, который не хотел, так сказать, выполнять те требования, которые записаны в законе о поддержании партнерских отношений. Но если вы не хотите выполнять требования, нам такой генеральный директор не нужен, нету этого генерального директора. Я вот к ним еще раз приходил, теперь у них лучше помещение. Видимо, новый генеральный директор понял, что не надо так ставить вопрос, чтобы потом стало нехорошо. Кто любит, кто хочет, чтобы его сняли? Желающих особенно нет. Но сняли же, факт жизни. Генеральный директор, он же ведь назначается, но он же и снимается. А с какой формулировкой? Ну вот с такой, про которую товарищи говорят и вот в этой газете. В связи с тем, что он не нашел языка с трудовым коллективом. Дескать, а почему? А потому что вот на мое место и вы хотите, и вы хотите, и вы хотите. Поэтому так не из-за этого меня вот вы снимаете, из-за того, что поддержку коллектива, а просто вы хотели на мое место сесть. Раз меня и сняли, вас он много, а я один. Пошли к начальству, договорились. Поэтому очень часто иногда хватает одного письма для того, чтобы кто-то улетел. Думаете, прям ваше письмо сработало. Ваше письмо – предлог. Скажут, тут письма пишут люди, надо убрать его. Он же вообще безобразно относится к своим обязанностям. Вот даже народ говорит, идут письма к нам, хотя одно письмо всего пришло.
Вот надо его поставить. Он серьезно, видите, как смотрит? И все время смотрит в компьютер. Это говорит о его внимательности. Может, он там в карты играет. Какие еще бывают формы? Вот у нас есть такое правило сейчас в законе, что если вам не выплатили зарплату в течение 15 дней, то вы можете приостановить производство, не остановить. Если вы остановите, то вас за то, что вы нарушили трудовую дисциплину, раз, и выговор могут объявить. А приостановить? За приостановку не могут. Приостановить. На какое время? До выплаты зарплаты. То есть, если я ваш вот руководитель, вы мне пишете бумажечку: уважаемый Михаил Васильевич, всегда очень доброе письмо надо писать, доброе. Уважаемый Михаил Васильевич, с прискорбием сообщаю, или с сожалением сообщаю, что я вынужден приостановить свою работу в соответствии с такой-то статьей Трудового кодекса до выплаты мне зарплаты. Буду рад получить от вас весточку, когда будет зарплата, и в тот же день я буду как часы на рабочем месте. И все, и пошел домой. Бумажечку только отдал, но надо, чтобы бумажечка ваша была отдана, как надо сделать. Потому что потом скажут: никакой бумажки не было, вас уволили, как не было никакой от него бумаги. Как сделать, чтобы она точно попала? Входящий получить. Что получить? Входящий. Входящий? Да вы от меня никогда не получите входящий. Посмотрите на меня. Резолюцию. И резолюцию от меня не получите. Вы приходите ко мне и скажете: не дам. Что дальше ваши действия? Это наивный, что он, я ему буду входящий писать. Вот она у меня будет секретарем. Вы к ней придете и скажете: а мне начальник сказал не давать. Что будете делать? Ну, драться будете с ней? Милицию вызовем, полицию с дубинками. Сейчас мы полиции это право дано дубинками молотить, если нападает на женщин. Она у меня секретарь. Она не будет вам никакого входящего писать, наивный человек. Я для чего ее начал секретарем? Чтобы вы ходили к ней, чтобы она вам давала что-нибудь подписывать или подписывала вам. Не для того я ее назначал, для того и зарплату поставил ей больше, чем вам. Она что, не понимает, что вы больше работаете, а она меньше? Но она получает больше вас. За что? За то, чтобы строго выполнять, что я ей сказал. А вы придете там, скажете: дай, поставьте мне тут подпись. Не поставлю, она скажет. Не поставлю. Что вы будете делать? Основания. Без всякого основания. Ну, что? Ну, есть закон, который должен... Есть закон. Идите судитесь. Вам кто запретил? Идите судитесь. Вы судились? Да. Ну... Вот я смотрю, что радости у вас на лице нет. Отправить цену в заказное письмо с уведомлением. Вот, заказным письмом отправили и все. Если на всякий случай так дали, на втором экземпляре не подписывают, ну все, дайте. Это все. А это раз. Во-вторых, что вам трудно было вот еще двух парней взять и втроем составить акт? Акт, знаете, как пишется? Акт – это не обвинение. Акт – это не заявление. Акт – это констатация факта. Что сегодня мы там ниже подписавшись, Иванов, Петров и Сидоров. Что Иванов. Удостоверяем, что сегодня в 16:03 Иванов передал такое-то заявление о том-то и о том-то, тому-то и тому-то. В чем мы расписываемся? Иванов, Петров, Сидоров. Потом они, вот эти троица, идет и несут тому, кто вам не дает или не хочет фиксировать эту бумагу. Он говорит: я не буду ничего подписывать. Вот ей. Она говорит: не буду ничего подписывать. Так Иванов Петров пишет. Вот этот работник, не назвав свое имя и отчество, отказался принимать это наш акт. Подписывайте его. А мы там уже заготовили. С актом ознакомлена. Она не подписала. Отказалась подписать, что она ознакомлена с актом. И снова расписываемся. И все. И у вас такой документ. Вы что, в суд без чего пойдете? Вот тогда и можете и в суд ходить с таким. Если у вас акта нет, вы вообще не вырвете. И замолчите про суд, если у вас нет никакого акта. Кто вам поверит? Вот мне поверит, вам не поверит. Видите, я солидный какой, а вы не солидный. У вас, правда, очки есть. Но я могу надеть. Дайте мне очки на время. Я сейчас покажу вам, какой. Я тоже ходил в очках долго. Потом я увидел, что всю рекламу я и без очков увижу. Это не такой простой вопрос. Так вот, сейчас это урегулировано в законе. Ну, понятно, что если вы один, но вы так добьетесь своей зарплаты, я найду, как вас
другим образом свести с вами счеты. Да? Поэтому в таких случаях надо надеяться на не просто на данные вам индивидуально по закону права, а тоже на коллективные действия по существу. Вот все сразу раз, в один прекрасный день, у меня было хорошее настроение, вдруг все приходят и все приносят бумаги, целую гору. Каждый из вас, каждый принес бумагу. И везде написано: уважаемый Михаил Васильевич, дорогой, любим мы вас бесконечно, но сегодня не сможем мы работать и вообще не сможем работать до получения зарплаты. А если будете спрашивать, почему, потому что руки не поднимаются, потому что кушать хочется. И любое другое что-нибудь в этом роде можете написать. Правильно? Важно, чтобы вы умедовали. А нижайше просим вас сообщить, когда будет нам выплата зарплаты, мы в тот день, как часы, явимся к началу рабочего дня. Как по закону. И все. И можете идти домой. То есть идти туда, на другую работу, и временно сейчас получать в два раза больше, чем вы здесь зарабатываете. Но это сейчас есть в законе. Хотя я хочу сказать, что несмотря на то, что написано в кодексе, у нас товарищи некоторые готовы даже бузить, но не готовы прочитать. Вы прочитали это в Трудовом кодексе? Вот вы конфликтолог. Курс у нас социально-трудовой конфликт. Прочитали? Нет? Ждете, когда петух клюнет вас? Чего не прочитали? Ну а кто должен быть в этом? Кто должен знать трудовые права? Вот, давайте конфликт. У нас самые распространенные конфликты какие? Вы только по национальным конфликтам будете специалисты? Ну самые многочисленные конфликты у нас какие? Трудовые, социально-трудовые. Почему? А потому что все заняты трудом. Но у нас не всегда бывает с вами на национальной почте конфликт. Да. Чаще никогда. Ну, с кем-то бывает, да? Ну, это что? Или какие еще конфликты? Политические. Тут что, политики собрались все? А это вот каждодневно и каждый раз происходит, поэтому это надо знать. А вы не готовы. А куртка хорошая. Или куртку бы мне отдали хотя бы. Но я не требую, чтобы не так не воспринимали. Ну как-то должен на вас повлиять. Если я так объясняю, не получается. Какие-то меры надо принимать. Оружие нам не выдают. Так. Так вот, как появился этот пункт? Он появился очень просто. Приходит однажды работодатель в цех. А цех весь сидит, 600 человек. Ничего не делает. Начальник цеха говорит: вы что сидите? Молчат. Вы работать будете? Будем. Боже упаси, не говорит, что вы не будете работать. Не надо этих конфликтов. Бесконфликтно должно быть все. Работать будете? Будем. Когда? Когда поедим. Идите поешьте. А денег нет. Зарплату-то не выплатили нам. А, кстати, не можете нам взаймы дать до зарплаты? 600 человек просит взаймы до зарплаты на сумму зарплаты. Умножьте на 600. Он говорит: вы что, чумели? Нет, не могу. Ну и раз не можете, ну не можете, так не можете. И что? Ну и ушел начальник цеха, пошел докладывать директору. Директор приходит: так, дорогие товарищи, вы знаете, в каком положении наши? Знаем. Работать будете? Будем. Боже упаси сказать, что не будете. Мы сейчас говорим о каких? О бесконфликтных таких формах. О неформальных забастовках. Будем. Когда? Когда поедим. Кстати, а у вас нет до зарплаты взаймы? Директор-то он уже, у него другая зарплата. Он говорит: нет. И что? Ну и пошел. И что вы думаете? Ну, через несколько часов привезли зарплату. А так ее вот нет и нет. Сама-то она не ходит же, зарплата. Не приходит. Привезли. Или другой вариант был. Снимается цех тоже, там, человек 500, идет к заводу управления, там, где касса. И так выстраиваются в кассу все. Ну, как выстраиваются? 600 человек в кассу, как выстраиваться? Все забили там, все. Уже никто туда не войти, в эту самую, это управление, не выйти не может. Ну, там кто-то один шумел, главный инженер, ему кто-то ухо откусил. Вроде говорят, женщина. Никто точно не знает. Он пошел к врачу жаловаться. На кого? Он говорит: кто вам откусил ухо? Ну как вам? Здесь это было коллективное. Кто не знает? Это никто. Это не думайте, что я вас к этому призываю. Я просто рассказываю о безобразиях, какие бывают во время этого. Потому что людей, если раздразнить, не кормить их, не давать зарплату, не знаешь, что они на что пойдут.
Кто тут источник вообще вот этих опасностей? И что? Чем кончилось? Ну, приходит, милиция, конечно, принимает, но улыбается тоже, как вы, когда он говорит, он рассказывает, вот мне ухо откусили. Кто, говорит, вам ухо откусил? Записывает, давайте я запишу, все, записали. И что? Ничего. Зарплату выплатили. Ну, а Владимир Владимирович приезжал по заказу профорганизации Пикалевского глиноземного завода. Пикалев приезжал, когда был премьер-министром. Приезжал. Вы хотите вызвать премьер-министра? Так вот просто вы один, вот вы вызовете премьер-министра Медведева. Приедет он к вам? Нет. А вот Владимир Владимирович приехал. Почему он приехал? Уважает профсоюзную организацию? Уважает. За что? Потому что взяли эти товарищи профсоюзники и пошли, и перекрыли трассу. Это можно делать? Нельзя. То есть это делать вообще нельзя. А первое можно делать, что зарплату людям не давать? Но вот какой я? Вот я сижу, вот, допустим, я крупный прокурор города. Вот вы сделали так, что люди голодные. Хоть голодный человек, что может, на что пойти? Ну что, он убьет прокурора. Потому что прокурор не обеспечивает соблюдение закона. Я не хочу быть убитым. Чего вы не платите зарплату? Идите платите зарплату, идиот. Все. Ну так же и Владимир Владимирович с этим и приехал. Вызвал этого самого Дерипаску, который крупный миллиардер. И который известен в основном тем, что уничтожил производство «Волги» нашей в Нижнем Новгороде. И самую дрянную машину «Крайслер», так сказать, туда перевез. Под названием «Волга Сайбер». Который и это не выпускается. В общем, главный итог, что загубили это производство «Волги», вместо того, чтобы ее совершенствовать и развивать, и которая спросом пользуется, нету больше «Волги». Оки, кстати, тоже нету. Какие там еще притоки есть? Постепенно и «Волга», и притоки все пропадают. И Дерипаска, и ручки у него не было, но ему Владимир Владимирович дал ручку, чтобы он подписал, и оба завода заработали. И все. А что сделала после этого Дума? Приняла решение об ответственности за перекрытие трасс. Ну, кто будет привлекать к ответственности, если люди голодные выйдут на трассу? Никто не будет привлекать. У нас это было. Помните, был период, может, вы его и не помните, но слышали, когда после 90-х годов не платили зарплату по полтора года. Ну, вышли люди голодные на Транссибирскую магистраль и перекрыли ее. Возбудили уголовные дела. И думаете, хоть одно уголовное дело реализовали? Нет. Вы реализуете уголовное дело, а они реализуют трубки железные и по головам вам будут стучать. Потому что вы можете сказать про голодных людей? Вот что вы можете сказать про поведение людей, у которых дети плачут от голода? Вот что? Вот у вас дети будут плакать от голода, вы будете смотреть трудовой кодекс, да? Вы будете посмотреть, сейчас вцепитесь мне в горло и все. И вас оправдают. А скажут, она была в состоянии аффекта, а он дурачок. Вот и весь результат. У нас в состоянии аффекта, если человек убил другого, это как? Его привлекать к ответственности? Нет. Надо только установить. А тут очень легко установить. Ну что, дети голодные, сама голодные, все голодные. Выскочила и зарезала преподавателя. Хорошо, что я вам зарплату не выдаю, стипендию. Если бы я вот был ответственный за выдачу стипендии вот в таком размере, я бы не удивился, если бы меня зарезали и считал бы это оправданным. 1480, да? Не накинули еще, нет? 1480. А, ну эти не накинут. Они пообещали Голикову, да? Нет, сказала, пусть студенты работают. Когда она была студенткой, она не работала. В очной форме. Очная форма сделана для того, чтобы люди работали. А есть заочная форма, тогда еще приглашают на учебу. И освобождают от работы. А вечерняя специально существовала, на год больше учились. Не 5 лет, а 6 лет. И вот вечернюю форму ликвидировали, которая позволяла людям работающим учиться, взрослым. А дневную пытаются превратить в вечернюю. Я скажу, идите, работайте. Да мы не против труда, но дайте выучиться человеку, потом пусть работает. Давайте человеку окрепнуть, потом нагружайте. У нас что, не было, что 5-летние дети кирпичи вынимали из печей? В Великобритании, там в «Капитале» у Маркса написано, что было в начале развития капитализма. Идите работать. Куда вы пойдете работать? Чего нет? Специальности нету. Только какими-то разнорабочими. У меня вот в магистратуре двое занимаются.
На таких работах, которые, ну, так сказать, так вот, трудно предположить. Не связанных, естественно, с деятельностью. Надо же работать потом по специальности, правильно? Скажем, вы вот кончите, а вам скажут, ну, барменом хотите? Не хотите, а я конфликтолог. Конфликтологом? А вы все равно, вам все равно где ругаться, так чего вы не хотите? Ведите проводником на два вагона. Вагона, полупроводник называется. Вам не привыкать? Это чем хороши эти вот студенты? Они привыкли мало получать, много работать. Такие работники подготавливаются уже, подготавливают заранее, чтобы привыкли мало получать. Как бы вы уже близки к этому лозунгу докеров, что нам зарплата не надо, нам работу давай. Ну, докеры как проводили коллективные действия обычно. Обычно скорость выполнения операций как-то уменьшается. А почему уменьшается? Потому что соблюдать надо, там же все на технике, такие мощные контейнеровозы трехэтажные едут, огромные. Если они с такой скоростью будут большой, это опасно. И других могут задавить, и сами могут разбиться. И был такой случай, когда вот такой контейнеровоз сбил, значит, такой заборчик, который был металлический, и зимой выехал на лед, утонул вместе с и контейнеровоз, и человек утонул. Были случаи, когда раздавливали всего человека или частично его раздавливали. Потому что если они столкнутся, это все страшное дело. Там же железная дорога. Все это работает. Поэтому в целях безопасности работники могут решить. В целях безопасности, вне связи с теми требованиями, которые они выдвинули. Требования они выдвинули само собой, а работать они стали само собой вдруг медленнее, раз в 10. То есть раньше у вас скорость была 30 км в час, а сейчас будет скорость 3 км в час. И вот товарищ Саржин, председатель правкома ЗАО ПКТ, первый контейнер-терминал, генеральному говорит, вот у нас сегодня акция. А тот смотрит в окно, товарищ Ежилин. Да я вижу, говорит, как в замедленном кино, так сидит. Едут, все вырабатывают, все идет, все работает, работаем, все. А что так медленно? Ну, потому что безопасность надо обеспечить, правда же? А если кого задавлю? Вот вас задавлю. Вам понравится? Никому не понравится. Давайте будем. А так я вас точно не задавлю, вы всегда уйдете. А так вы будете, если я так буду быстро ехать, вы будете говорить, что я вам угрожаю. А я вам не угрожаю. Видите, как я еду тихонечко, спокойненько. Причем, если делается, это делается так. Поскольку работают посменно и разными бригадами, то вот, скажем, каждая бригада должна вот такую неделю так поработать. Каждая. Если коллективные действия, это значит, то одна так работает, то другая, то третья, то четвертая, то пятая. Кто уже так поработал, должен опять в обычном ритме работать. Вот. Так проходит. После этого обычно переговоры лучше идут. А вы чем хотели меня аргументами убедить? У нас как называется конфликт? Что? Конфликт что такое? Не понял. Наиболее острый способ разрешения противоречий. Способ. Правильно. Это способ. Правильно. Согласен. Наиболее острый способ. Правильно? Разрешение. Это какой? В чем острота? А в том, что сила аргументов уже заменяется аргументами силы. Пошли аргументы другие. Не понимаете вы по-хорошему? Значит, какие-то другие аргументы. Вот. К этому относится забастовка. Причем забастовка и законная, и, так сказать, вроде бы как не предусмотренная в законе, но и не запрещенная. Это такие действия, которые формально под понятие забастовки не подпадают. Но ведут к тому же самому. Как написано в законе, что такое забастовка? Кто? Мы уже к этому вопросу подходили, спрашивал я, еще раз просил бы повторить. Что такое забастовка? Кто скажет? Что такое забастовка? А то я говорил, полтора часа говорил. Говорит, так вы лекции читаете, что из ваших лекций даже не узнаешь, что это такое. Я бы вот такой сделал. Право защищаться.
защищающее отсутствие принудительного труда. Как? Право, защищающее отсутствие принудительного труда. Ну, это право, да. Это ее оценка, так сказать, социальная. А что это такое по понятию? Ну, временный добровольный отказ работников от выполнения служебных обязанностей. Не хватает только вот некоторого дополнения. Полностью или частично. Поэтому я вот, допустим, забастовка может состоять в том, чтобы 15 минут из рабочего времени внимательно сидеть и читать требования свои. Правильно? 15 минут, а может 30 минут, а может 20, а может 2 часа. Это как решит орган, который возглавляет забастовку. Уж во время забастовки, когда она объявлена однажды, и вот почему не надо торопиться ее прекращать, потому что ее очень, оформить очень тяжело, если удалось ее оформить, то после этого орган всегда может приостановить забастовку и переговариваться. Не получается переговариваться, опять за 2 дня уведомили, что теперь будет час. Потом будет 1.5. Потом будет по 2 часа, но в шахматном порядке. То этот цех работает, который заготовляет, а другие, так сказать, не работают, которые должны это, так сказать, собирать. То наоборот, эти работают, которые должны собирать, а собирать не из чего, потому что этот не работает. Потому что кому как работать, это дело чье, если забастовка объявлена. Забастовочного комитета. Полное или частичное прекращение работы, полный или частичный отказ от работы в целях удовлетворения выдвинутых требований. А если это имеет место, полное или частичное прекращение работы, то аналогичную форму имеет, ну, замедление работы, хотя оно не прописано. Это не отказ, а как бы он каждую секунду, так сказать, меньше движения, и каждую минуту меньше движения. Вот, так сказать, он формально под понятие забастовки не подпадает, а по существу к этому же сводится. Ну, меньше будем работать, с меньшим энтузиазмом будем работать, скажем так. Как вы к нам, так и мы к вам. Собственно, в этом состоит конфликт. Это же конфликт. Конфликтная форма. Ну, вот что нужно иметь в виду. И, разумеется, всем вам нужно обязательно познакомиться с законными, вот с всеми статьями Трудового кодекса, в которых описано в конце Трудового кодекса, как проводятся забастовки. Вопросы есть ко мне? Нету, спасибо за внимание.